В Советском районе сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемых в краже. Двое неработающих ранее судимых местных жителей пытались похитить медный электрический кабель с территории строящегося дома. Попытку кражи заметил хозяин домовладения и сообщил в полицию. Задержанные сознались в содеянном. За это преступление им грозит очередная уголовная ответственность. В Среднеахтубинском районе сотрудники ГИБДД задержали водителя, который совершил наезд на пешехода и скрылся. 47-летний житель хутора Клецки, управляя автомобилем Volkswagen Golf, не справился с управлением и сбил 20-летнего парня. Пострадавшего с травмами головы доставили в больницу, а водителя, который покинул место аварии, в тот же день разыскали полицейские. Подозреваемый был с явными признаками опьянения и от освидетельствования отказался. За содеянное он понесет серьезное наказание. Подготовка к новогодним праздникам была значительно омрачена у троих жительниц города и области, поверивших мошенникам и лишившихся своих денег. 27-летнюю администратора из Еланского района обманули лжесотрудники банка, которые под предлогом пресечения попытки оформить на нее кредит завладели персональными данными и похитили 200 тысяч рублей. Не менее крупных сумм, а это более миллиона рублей, лишились жительницы Тракторозаводского района и воспитатель из Камышина. Они поверили неизвестным, пообещавшим заработок от инвестиций в интернете. Уважаемые граждане, будьте предельно внимательны при проведении каких-либо действий с деньгами. Не доверяйте незнакомцам, которые требуют персональные данные ваших банковских карт и предлагают сомнительный доход от инвестиций.